Красивые национальные костюмы, яркие эмоции и чувства, живой аккомпанирующий оркестр, страсть и настоящая красота молдавского танца в исполнении легендарного ансамбля. ЖОК уже почти 70 лет радует зрителя своей непревзойденной танцевальной культурой, которая уже давно стала эталоном. Величайшее мастерство, да. Прямо искусство на высшем уровне. Да, как точно. Вот поражаюсь, можно было сохранить такие народные традиции, какие костюмы, какое мастерство. Молодцы, браво. В зале Рыбницкого дворца культуры практически не было свободных мест. Для рыбничан, желающих приобщиться к искусству танца, концерт легендарного ансамбля – настоящий праздник. ЖОК для меня – это что-то такое веселое. Когда я вижу, когда они танцуют на сцене, это столько положительных и ярких эмоций, что хочется присоединиться к ним и плясать вместе с ними. Концерт превосходный, чаще бы такие концерты, все так очень замечательно, ансамбль, ну просто замечательно. Сколько я на пенсии, уже все помню, ЖОК этот, ну отличнейший ансамбль. Да, спасибо, что приехали нам в Рыбницу. Почаще приезжали было бы, но еще более замечательно. Со времени своего образования коллектив ЖОК вдохновенно работает, создавая и обновляя богатый репертуар, включающий более 80 танцев. И это не только молдавские, но и русские, украинские, болгарские и сербские танцы. По самым скромным подсчетам, за эти годы наслаждались искрометными концертными программами ансамбля более 18 миллионов зрителей в Молдове и за ее пределами. У нас нет разницы, мы выступаем в Нью-Йорке, в Рыбнице или в каком-нибудь маленьком селе. Отдача есть та же. Мы знаем, что у вас потрясающая публика. Радует то, что чистенько, уютный зал. И в целом атмосфера очень такая доброжелательная, красивая. Несколько дней назад мы вернулись из Бухареста. Там был фестиваль международный. Послезавтра мы выезжаем в Ослой, тоже опять Румыния, тоже на фестиваль. А потом с 1 числа уходим на заслуженный отдых, в отпуск. За годы своего существования ансамбль народного танца «ЖОК» дал более 7 тысяч концертов. Кроме того, своими хореографическими композициями молдавские артисты украсили популярный фильм «Свадьба в Малиновке». Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.